Всем привет! Сейчас я нахожусь в главном корпусе Евразийского национального университета, и здесь состоялась встреча между министром образования ГНР и замминистром науки и высшего образования Республики Казахстана. По словам председателя ГНР Си Цзиньпина, на совместной пресс-конференции с президентом Казахстана Касым Жомартом Токаевым было принято решение об открытии в Казахстане второй морской Лубан, и она будет создана именно в Ену. Особый исторический день для Казахстана, потому что с приездом, официальным визитом председателя КНР Си Цзиньпина открылась еще новая дорога, новые горизонты, новая высота. Китайская сторона выделяет несколько тысяч грантов для обучения казахских студентов китайскому языку. И еще мастерской Лубен открывается у нас в Казахстане, особенно вот в Евразийском национальном университете. Это тоже особое значение. Исходя из того, что Китай придерживается принципа «одно государство, одна лаборатория», здесь для Казахстана делает исключение. Две лаборатории открывает. И здесь для этой встречи были организованы разные мини-мероприятия. Вот здесь это с моей спиной девушка, по-моему, из Китая. Няхао. Извините, что я беспокою вас. Здесь вы работаете? Да. Но как работа здесь со студентами казахстанскими? Я очень рада здесь работаю, потому что я думаю, что казахские студенты, они очень интересные и дали мне необычное впечатление. Я здесь работаю, во-первых, очень рада. И во-вторых, я думаю, что я добилась своих успехов здесь. А скажите, пожалуйста, вот за вашей спиной вот эти рисунки, кто именно нарисовал? Это художественное произведение наших студентов. Это по теме «Один поезд, один путь». Mm-hmm. То есть «Один поезд, один путь» в моих глазах. 你们好，你们都会说中文吗？我是哈萨克斯坦小汉语桥小学生组合中学生组的冠军。然后才艺展示，对，才艺展示啥才艺了？啊，关口，就是那有快板的。北京有。 天安门、地安门、和平门、宣武门、东边门、西边门、东直门、西直门、光门、复兴门、阜成门、德胜门、南京门、朝阳门、建国门、崇文门、景永定门。 Я очень горжусь тобой. Это новая звезда, будущая звезда. Ты тоже участвовала в конкурсе китайского языка? Да, я участвовала. Я из группы студентов. Я заняла второе место и тоже поеду в Китай представлять Казахстан как гость. 我们一同追着心中的梦想，我们十指把太阳风在手掌，我们彼此笑着岁月的无常，一起静的走。